из-за постановлений, которые нам вручили, мы начинаем давить на людей, а люди просто боятся. Многие не понимают, что вакцина безопасна, многие сомневаются. У кого-то есть болезни, про которые они думают, что им нельзя вакцинироваться. Кому-то по верспидальным соображениям нельзя ставить прививку. И мы прям в тупике. Начали мне объяснять, что нужно вакцинироваться. Вот я говорю, я не хочу и делать этого не буду, в связи с тем, что я опасаюсь за свое здоровье в конце-то концов. Вот, на что он мне говорит, может быть, вы можете взять медотвод. Вот, после этого я говорю, какой медотвод? Я здоровый вполне человек, зачем мне это нужно? Я не больной, поэтому мне этого не надо. Вот, после чего он мне выдал приказ. Приказ об отстранении именно с 9 числа. И все, без сохранения заработной платы. Союз и трудовой коллектив возмущает сам тот факт, что вакцинация, несмотря на все заверения, обещания президента Российской Федерации, они, по сути, принудительные, да, то есть работодатель ставит ультиматум: если вы не привьетесь, мы вас отстраняем от работы. На сегодняшний день, по сути, это одно и то же, что уволить работника. Если говорить про отрасль в целом, то я проводил у себя в Телеграм-канале опрос, там где-то больше уже, по-моему, 12 тысяч рестораторов на данный момент. Успели ли московские коллеги это сделать? 80% где-то это сделали, из них там, наверное, процентов 10 еще там глючит система на самом деле, да, и то есть люди провакцинировались, но данные еще в систему не заведены. Где-то, по-моему, процентов 12 написали, что не успели сделать это к 15 числу, и процентов 8 сказали, что и не собирались этого делать, и этот указ им не указ.